Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в нарушениях при финансировании предвыборной кампании 2007 года. Саркози обвиняют в пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании, сокрытии ливийских госсредств. До завершения рассмотрения этого дела он остается на свободе под судебным контролем. Напомним, экс-президента задержали в пригороде Парижа, Нантере, где он давал показания в рамках расследования дела. Политик заявил, что полностью отрицает обвинение.